Во дворце спорта имени Александра Винокурова состоялось торжественное открытие чемпионата по хоккею шайбы на Кубок Севера Казахстанской области. Приурочили его ко Дню независимости. Поэтапно на лед будут выходить 8 любительских команд из Петропавловска и районов. Первая встреча прошла между командами Кызылжарского района и областного департамента полиции. Спортсмены показали динамичную игру. Каждая команда старалась найти уязвимое место соперника. Удалось это кызылжарцам. Счет открыли на 13-й минуте. Игра закончилась со счетом 9-1 в пользу команды Кызылжарского района. Но спортсмены «Динамо» не расстраиваются. Впереди еще есть время на дополнительную подготовку. Турнир проходит по круговой системе. В январе планируют отыграться. В данном соревновании принимает участие команда департамента Северо-Казахстанской области. Наша команда создана более 3 лет назад. Создана из числа сотрудников департамента полиции Северо-Казахстанской области. Команда на еженедельной основе тренируется в здании Винокурова. Наша команда заряжена на победу. Будем играть только на победу. Товарищеские встречи любителей хоккея стали доброй традицией. С открытием новых хоккейных кортов в районах появляются больше любительских команд, отмечают в профильном управлении. Хоккей развивается очень хорошо. Строятся новые спортивные объекты, крытые хоккейные корты. В этом году мы построили в районе Шалакына, в Таиншинском районе, в Акжарском районе хоккейные корты. На следующий год еще планируется, продолжается строительство. Развивается детский хоккей, любительский хоккей в каждом районе. Есть любительские команды, которые играют, которые участвуют в областных соревнованиях. Финал игры на Кубок Севера Казахстанской области пройдет в марте следующего года во Дворце спорта имени Александра Винокурова. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК.